кажется, главный вызов – это занять свою нишу. То есть, очевидно, то есть вот сейчас много говорится там про внешние вызовы, да, что вот у нас там санкции там, и так далее, и так далее. Это да, это есть, это очевидно. Но все зависит от того, как мы внутри себя будем чувствовать и как мы будем использовать свой внутренний потенциал. И, очевидно, в рамках развития Большой Российской Федерации, как субъект Чувашской Республики, имеет свои возможности, свои, скажем, плюсы и минусы. И здесь очень важно вот эти плюсы продвинуть и занять нишу в рамках, как минимум, межрегионального разделения труда в рамках Российской Федерации, соответственно, с выходом на экспорт, потому что это поощряется. Ну и соответствующим образом через это наполнять все другие ниши. То есть у нас для этого есть все. У нас хорошая географическая ситуация. Все исследования показывают, у нас замечательная экология. У нас избыточные трудовые ресурсы, которые можно переквалифицировать. Самое главное, есть достаточно пока еще, во всяком случае, научная и учебная база. То есть это и высшее учебное заведение, и учителя, и самое главное, школа по отдельным направлениям. То есть это и в промышленности, в машиностроении, в сельском хозяйстве. И вот это все вместе, конечно же, позволяет Чувашии вот так, как минимум, конкурировать и занять достойное место вот в этом горизонте. У нас есть великолепные возможности в сельском хозяйстве. Тем более есть исторический опыт хмели, как бы, да, там, выращивание и производство хмели. То есть здесь есть российская программа. Вот как минимум эти направления – это наши плюсы и возможности.